Всем привет, ребят! Сегодня в этом видео хотел вкратце объяснить, как же поставить любое разрешение. Я не буду показывать способы с панелей, NVIDIA, не буду показывать с Intel. Сейчас я объясню, почему я не буду показывать с данными примерами. Я хотел бы объяснить данное видео по изменению разрешения для наебанных ноутбуков. Смотрите, в управлении NVIDIA на ноутбуках чаще всего, на всех драйвах ноутов, у нас есть только параметры 3D, регулировка изображения и настройки конфигурации PhysX. То есть все, это все, что нам, блядь, дали. Потом, был раньше способ с управлением графикой Intel. Есть два варианта, как поставить. Через Intel сейчас вы никак не поставите на ноутбуке именно, потому что настраиваемое разрешение не поддерживается на внутренних ебаных дисплеях. Но на старой версии все спокойно работало. Я повазил, посмотрел, в общем, Intel дали официальный ответ, то, что вот нам это нахуй не надо, поэтому данную функцию мы запрещаем к хуям. Что же делать в данной ситуации, ребята? Если вы хотите поставить, да даже для любой игры, на примере буду показывать Counter-Strike, потому что я в него играю. Нам понадобится одна ебаная идеальная программа, КРУ. Вот так вписывайте КРУ здесь. Если что, ссылочку я ставлю в комментариях. И SoftSots будет сайт второй. Может даже у вас первый. Вот Custom Resolution Utility. Вот последняя версия 1.4.1. При скачке файла у вас здесь будет появляться ебаная угроза. Ребят, пожалуйста, не пугайтесь. Данное приложение я много как раз проверял. Везде. И всяким. Короче, похуй, вы поняли. В общем, здесь чисто сайт, незащищенный, просто он незащищенный, поэтому он чувствует, как будто якобы угроза, то есть скачка файла с неизвестного сайта, ну, поэтому, блядь, он кидает угрозу. Но не бойтесь, вот у меня файл уже скачан. Открываю его. Он открывается у нас через WinRAR, то есть файлик WinRAR у нас лежит. Браузер на этом мы можем закрыть, после того, как вы скачали. После этого вы должны закинуть его в папочку, в любую. Я даже новую для вас создам для примера. Чтобы вы не подумали, что это какая-то другая папка. Вот я закидываю все файлы отсюда сюда. Смотрим, у нас здесь есть 4 программки. Ну, в плане 4 экзешника. КРУ, Restart All, Restart и Restart 64. Начнем с КРУ. КРУ это основная программа, где вы будете настраивать все. Сейчас я все объясню. Здесь вы выбираете свой основной монитор. Здесь будет написано актив. Ну, понятно, он у меня автоматом выбрался, если что. Вот у вас должно быть актив. Вот тут в окошке выбирать именно актив. Здесь у вас будет, по-моему, свободных 2 слота. У меня было всего 2 слота, вот я уже занял. Первым разрешением 1440 на 1080 и 1080 на 1080. Итак, здесь у вас будет кнопочка Add. У меня уже нету, ибо 0 слотов. Вот как вот тут. Вот. Я нажму Edit. Будет появляться все равно одно и то же. Смотрите, на ноутбуках всегда ставьте автоматик LCD стандарт, он ставит плюс и минус значение. Здесь ставите свое рандомное разрешение, даже 777 на 777, то есть 3 семерки можете какое угодно поставить. Но, ребята, скажу сразу, не ставьте разрешение, которое у вас не поддерживает сам экран Windows. Сам экран ноутбука, какого Windows, блядь. Здесь, еще раз скажу, здесь надо герцовку поставить. Ну, если кто не знает, то можно посмотреть это все в винде. Заходим в параметры, заходим в систему. Здесь у нас получается, нужно зайти в... Сейчас скажу, куда. Настройки параметра дисплея дополнительный, то бишь. И здесь будет вот ваша герцовка и ваше разрешение. Ну, думаю, все знают, большинство не дебилы малолетние. И нажимайте после этого ОК. То есть потом все. Можете вот так закрывать на крестик. И у вас остается 3 программки. Смотрите. Для начала вам надо запустить Restart 64. Она, проще говоря, я сейчас покажу это на самом деле. Она через диспетчер устройств просто видеоадаптеры перезагружает. И все. И потом у вас выскочит окошко о том, что все. Там close будет. Я боюсь это запускать, ибо боюсь, что у меня OBS слетит нахуй к хуям собачьим. Ибо она на этом видеоадаптере живет. Как минимум. И все. После этого вы нажимаете и можете перезагружать свой компьютер. У вас появится, как обычно, свое разрешение.
вы заходите в параметры, дисплей, и смотрите, теперь у вас здесь появится свое разрешение. Вот 1440 на 1080. И смотрим дальше, 1080 на 1080. Все, ребят, способ наипростейший. Я его сейчас сам юзаю. И, к примеру, я могу даже запустить сам Counter-Strike и показать вам, как это работает. Да, это самое главное, показать, как включить его в самой игре. То есть вы должны включить вот это разрешение, которое у вас в дисплее сейчас. Вот ставите вы 1080 на 1080. Ну, у меня в CS-ке он уже... Вот он в CS у меня сразу 1080 на 1080 запускается, как вы видите. Так, Windows я закрою. Вот, вот так у вас будет выглядеть винда. Вы не пугайтесь только, это само разрешение. Вы заходите в контру в таком разрешении. Берете, заходите в видео. Вот у вас у вас будет стоять черный полос, если не ошибаюсь. И будет Windows. Вы ставите full screen Windows. Возвращаете свое обратное разрешение в настройках, параметрах. Смотрите, как это делается легко. Система. Дисплей. И ставите обратно свое максимальное. То есть, какое у вас обычное. И сохраняете. И выходите. То есть, потом вам надо будет просто вот так включить. И вот так снизу закрыть окно. Запускайте CS и все. Просто если бы я сейчас так оставил 1080 на 1080, там просто бы чуть-чуть подлетело разрешение. Но так у большинства бывает. Ну, в общем, основной способ я рассказал, как так сделать. Нужно всего две программки. Ну, одна программка. И ваша игра. Counter-Strike в нашем случае. В общем, думаю, всем я рассказал данный способ, как это работает. Думаю, большинство поймут. Если что, задавайте вопросы в комментах. Ссылку на данную программу я оставляю. Ни через какие левые фигни я ссылку кидать не буду. Это чисто прямая ссылка, поэтому...